мощный листопад. А вот как в природе бывает. Два дерева. Одно дерево вросло в другое. Ветка. Получилась такая арка. Вот так вот. Интересно. Пахнет вкусно, хочешь? Ага, сейчас. Вот на яблоню набрели. Сейчас покажу вам. О, какая она большая. И там... Вверху яблочки. Вот яблоки сними. Видно? Да. Яблочки. Сними. Сейчас. Вот какие яблочки. Красивые. Сейчас я его буду есть. Камня придорожнего указывающего нету. Дорога раз, пойдешь налево. Дорога два, пойдешь прямо. И дорога 3. Пойдешь направо. Представляете? А здесь должен быть камень путеводный. Вот тут такая низина. Не видно. Вот. Такая вот береза. Березка. Тут можно снимать каждое деревце. Просто каждое. Смотрите, что. Нарния, да. Переход в другой мир. С дубами. Мы оказались в другом мире. На столбах деревьев, на стволах. Видите, что? И там так туда не залезешь, тут бурелом такой. Ой. И какая красота в глубине. Просто. Нереально красиво. Обалдеть. Дубняк. Черные стволы. Дубовая. Туда дальше дубовая чаще. Дубовая роща. А вот там сразу березовая роща. Пойдешь направо. К розовой роще придешь. Так, сейчас я. Пойдешь прямо. К дубовой роще придешь. А налево я еще не смотрела. Посреди это березовой рощи дорога. И на этой березе чага. Вот она. Вон. Прям листья, листья, листья. Листопад. Да невысоко она. Нормально. Палкой можно сшибить ее. Вот, можно спускаться. Вот. Кажется, пологая. Она такая высокая. Вот эта вот. Очень высокая. Крутая горка. Сколько путей дорог в лесу. Лес нас и яблочком сегодня накормил. И грибчага вот. Но мы его не будем сейчас. Вот какие ветви голые. Дугой. Дугой. А какие запахи, вы не представляете. В дубовой... Прям дубом пахнет, желудями. И вот это прелой листвой. Ой, не могу, аж кружится голова. Как пахнет. Красота.
день. Конца и края нет.